спонсор прогноза погоды «Капли Акумитил». Покраснели глаза? Ощущение песка? Аллергия? Акумитил. Здоровье и сияние ваших глаз. В пятницу в Самарской области пасмурно, в некоторых районах солнечно, осадки не прогнозируются. Дневная температура 19-21, ночью плюс 13, плюс 15 градусов. В Сызрани пасмурно, днем плюс 20 градусов, ночью плюс 12. Южный ветер, скорость 4 метра в секунду. В Тольятти безоблачно, днем плюс 20, ночью плюс 15 градусов, ветер юго-западный 2 метра в секунду. В Самаре ясно и без осадков, плюс 19 градусов в дневное время, ночью плюс 13. Ветер западный 2 метра в секунду, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 43%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.